А в Ленске в минувшие выходные выбрали первую красавицу района. Конкурс 2017 года получился интересным и резонансным. И все из-за сильнейшей конкуренции. Конкурсантки не хотели уступать друг другу ни на бал. Насколько сложно было жюри выбрать победительницу, мисс Ленский район 2017, расскажут мои коллеги из Алмазного края. Всего жюри предстояло оценить 6 конкурсов, из них 3 дефиле. Сделать это было поистине нелегко, и все это прекрасно понимали, участницы в том числе. Явных лидеров не было в течение всего шоу. В этом году участницы очень красивые, все такие талантливые, и мне кажется, даже жюри будет сложно определить победительницу. В этом году организаторы в качестве основной темы выбрали Индию. Украшенные нарядными сари, девушки выглядели необычно и достойно. Главной изюминкой шоу всегда были и остаются дефиле. Яркие и динамичные, или спокойные и элегантные. Каждая из них давала возможность девушкам показать себя во всей красе. На сцене все конкурсантки держались с завидным спокойствием. Зато за кулисами волнение все же давало о себе знать. Я очень волнуюсь вообще сильно. Главное, слов не забыть от песни. И вообще столько эмоций, все очень клево, круто вообще. Судейская бригада выставляла оценки за каждый конкурс по шкале от 1 до 10. После подсчетов они были готовы объявить итоги. Каждая из девушек получила свою номинацию. Особыми из них стали мисс зрительских симпатий. Ее выбирал зал и отдал предпочтение Катерине Тимофеевой. Мисс фото от главного фотографа конкурса Анатолия Белошапкина. В ней была отмечена Юлия Кузнецова. И мисс медиа от информационного спонсора медиакомпании «Алмазный край». Ей стала Александра Шипилова. Но всех интересовал, конечно, главный титул. Количество баллов за первое место, если ошибаюсь, было почти 400 баллов. Так вот, отрыв первого от второго места составил 1 балл. Да ладно. Это первый раз в жизни у нас такое произошло. Явное прямо, как говорят, в спорте ноздря в ноздрю. Второй вице-мисс стала Галина Клепцова. Первый вице-мисс – Анастасия Попова, представляющая Бичинчинский наслед. Ну а королева вечера была признана Александра Шипилова. Этот титул она будет носить целый год. Олеся Васева, Дмитрий Вильчевский, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».